Молодые люди, привет! Это новый ролик, он непростой, это необычный турнир. Сегодня у меня не микс, сегодня у меня реально настоящая команда. Непростая, не какой-то тир 3, тир 2. Это ребята из прокачки ПК. Все те участники, все самые опытные игроки, сейчас они будут в одной команде. Кто же у нас был в прокачке ПК? Давайте вспомним. Чай. Чай. Что изменилось после прокачки? Нихуя. Ничего, да? Не, ну вообще медийка поднялась. Тебя узнают сейчас уже на улицах. Да, да. Стримы. Ну, сейчас я месяц-два почти не стримлю, потому что у меня универ, сессия. А, как бы, ну, приоритет на универ у меня сейчас, к сожалению. Но в дальнейшем думаю вернусь. Хорошо. Илья, фондер, да. Что у тебя изменилось после прокачки? Да, наверное, все. Выросла аудитория. На улице не могу сказать, что кто-то узнает, прям такого нет. Ну, где-то бывают моменты, где там магазин или кафешка какая-то с родителями там и так далее. Там с девушкой знакомишься. Вот. Нет, с девушками не знакомься, наверное. Вот. А так, в целом, все классно. Ну, жизнь по-другому совсем пошла, не знаю, в гору все абсолютно. И по финансам, и по всем остальным аспектам. Уверенность в себе появилась, я пофиксил какие-то страхи в себе. Ну, потому что когда я раньше стримил на небольшую аудиторию, какие-то были проблемы в голове скорее, вот. А потом от них все избавился, когда пришел увеличивать аудиторию. У него, ну, по подписчикам, по количеству зрителей, понятное дело, у Фандера прям выстрел был. Фандер — это просто гений YouTube и Twitch, ну и КС. Мэйзи, самый маленький среди нашей команды, ему всего лишь 15. Боже, ты растешь вообще? Что у тебя изменилось после прокачки? Ну, я поднял 1000 ЭО на фейсте, ну, плюс. Импрунулся в раза два. Альфа Квала апнул, медийка появилась. Ну, такая, 50-50. Узнают на улице? Хоть раз узнавали? Нет. Серьезно? В школе только. В школе только? Да. Они смотрели все выпуски? Да. И как? Нормально. Стейзи, расскажи, пожалуйста, где ты сейчас играешь, в какой команде? Какие у тебя планы после прокачки, чтобы... Ну, я не знаю, можно ли это говорить, но это еще не анонсировали, но в общем в организации одной, ну, на фейсе, ну, в общем, я просто стал как-то импровнулся, стал стабильнее играть, появились новые возможности благодаря прокачке, ну, знакомству и так далее. Такие вот дела. Ребята много чего попробовали после прокачек. Я думаю, что сейчас мы сможем закрепить результат. Мы сыграем все в пятером один турнир против командных составов. Турнир на 50 тысяч рублей. Это огромная сумма, но нужно за нее побороться. Всем приятного просмотра. Сейчас будет начало первой катки. Посмотрим, что будет. Let's go. Первая карта. Мы напикались на Вертиго. Играем против Таноса, боже левого, бородача, Сингса и боже правого. Если что, я могу вам сказать сразу. И то, что выпал Вертиго, нам без разницы был. Понятное дело, в конце мы начали об этом жалеть, но мы ни разу вместе не играли. То есть то, что вы сегодня видите, то, как мы играли, это восхитительно, правда, правда. То, что получилось как результат, такое никто не ожидал. На этот турнир зарегистрировались команды высокого уровня. К примеру, Стопингоды, это топ-65 мира. То есть эти ребята играют вчетвером уже 2 года. С моей командой мы ни разу вместе не играли. И это настолько восхитительно, еще раз хочу сказать. На этот турнир еще и зарегистрировался Спидак. Как вы знаете, он был в Хард Легионе, а сейчас играет в команде Фритон с Досей. С ним у нас будет игра, поэтому можете ожидать. Ну а сейчас возвращаемся к карте на Вертиго и посмотрим, что мы сможем там сделать. В случае поражения мы падаем в нижнюю сетку, в случае победы нам остается выиграть еще одну карту, и мы выходим из группы. Ладно, все, давайте. Наши противники перед нами. Нас слышно. Да, орать не надо, но по факту и... Убил рукав. Меня выжили сразу. Рукав не вижу больше. Рампа двое. Пол стоит. Подай, движ, подай, движ. Калаш у них. На рукав. Уже поднялись. Здесь ХП один. Убил коронку. На сайте, дефолт. Вместе проходите, чекайте, слева, под вами. Аукпан. Это будет. Это. Второй рампа.
Рукав и сайт. Блять. Это будет ретейк. А, пока не вижу. Это А, это А будет. А, ретейк. Трое рампа, трое с бомбой, трое. Один рукав, один рукав. Дошли пан. Один на сайте. Убил сайт. Два, еще, все рампы. Загоняй рампы. Минус 50, да. С хитом. Дай. Да. Это просто. Да. Пизда полная. Они втроем здесь. Я больше на что, да, больше. Рамба бегут, рамба бегут. Хорошо. Бену? Два карты. Вас. Я бегу вам. Настя, я взял проход. Бам, Настя! Жёстко. Лучше. Хорош. Один раз. Не вижу. Короткий еще 50. На сайте. Короткий. Найс. Убил его. Близко здесь. Макул. Убил коннектор. На красном. Спина. Справа резко. Еще рампу. Заберите это. Хорош. Это рампу. Еще. Проходи, ставь. Прикрывай. Убили? Нет, не убили. За первым. Ребят, это оператор Шока Егор. Посмотрите, как Эрик грустит. Он очень скучает по вашим лайкам. Потому что уже какой раз у него не получается играть на лане вместе со своей командой. А это ведь один из самых важных ланов для проекта, вообще прокачка ПК. Поэтому не стесняйтесь и ставьте лайк. И подпишитесь обязательно на канал, чтобы Эрик хоть когда-то улыбался. Небольшая рекламная интеграция сейчас на сайте КСФЛ, и у меня на балансе $44. А давайте я попробую поставить X2. Бизон. В случае, если падает синее, то я выбиваю X2 дроп. Кстати, так и получилось. И сейчас у нас уже из 15 превратилась сумма в 30. Давайте тогда повторим ситуацию с победой и закинем на краш. Я поставлю на X2. X я забираю сейчас. И мы, по сути, делаем опять же X2. У нас уже $72. Ну и давайте последнюю ставку. Я поставлю $15 на джекпот. И может быть и в третьем режиме мы одержим победу. Да, мы в третьем режиме одержали победу. Такие дела. То есть за эту интеграцию у нас баланс превратился в $80. Ссылку на кайсфол я оставлю в описании. А мы идем дальше. Вторая карта — это The Mirage. Мы запустились после проигрыша. Мы играем против ThePubG222, Фина, Кондрата, Ладика и Стипера. Ребята настроены, ребята проиграли прошлую катку, как и мы, поэтому играют два лузера. Победитель остается выиграть еще одну карту, проигравший покидает турнир. Ну, логично, что если ролик еще длинный, значит мы эту игру выиграли. Ну, такой вам спойлер. Ну, а что скрывать? Я уже больше. Есть яма, один яма. А давай. За фаром. Двое за фаром. Еще за искрой. За фаром. Я жду вас. Джангл один. Б. Ты. Это не моя ошибочка, сори. Сайт. 90 нет. 90. Нет. Сайт шорт. У меня деньги на авик есть. Если есть прям дикое желание, ты можешь брать себе второй авик на. Ну, если. Не, я тебе хотел предложить его. А, ну давай. Я пульну. Все. Шок сейчас. Бит. Авикон, быстро. Жу пока.
Убил одного. Могут уйти на Б. Двое. Два. Ну, еще один там же. Живи! Живи, живи! Живи! Не успевай. Нет! Как? Почему ты так, проходишь? Охуенно ты, кстати, сейчас чуть не подставился. Да, ты... Б. Там Олик 9. Больше никого здесь нет. Я с тобой кто-то играю. Пошли кто-то, я с тобой. Под карами. Под карами живой. По дефолту. Let's fucking go. Хорош. Убил яму. Магра стоит. Еще один. Двое яма, двое яма. Уже кал. Двое тетрис, двое тетрис. Пробуйте. Ой, лучше. Ребят, это Б, это Б, это Б, это Б. Убил один нас. Убил Бенс. Умница, умница. Понял. У меня один, у меня один. Иди за ним, иди за ним. Иди за ним, жив. Не выпусти, они уйдут на, не выпускай. Ура! Все, все. Как же тяжко было. Побил под головой. Еще. Ебил, ебил, ебил. Нас слышит. Хорош, пацаны. Вадик, кое-что убил. Два КТ. Роб, стоим, ёпта. Найс. Молодец. Яма! Джангл и второй? Где фэд? Тип? Надо пикать. Глаз, я сити был. В смысле фанда? В смысле фанда? Убил яму. Убил яму. Под коврами. Под коврами. Firebox. Надо идти, Б. Надо идти уже, Б. Между. Ебать. Хуё. Ладно, бомба поставили. Next. Будет бай. За фаером, все скрой. Nice. Лучше зиг-зиг-зиг, Алик, зиг. Не будет, не будет. Первый будет фейк, скорее всего, можно угадать. Он не знает о тебе. Первый, скорее всего, дернет. Встань поближе. Поближе к стене. Умничка, ну, просто ладно, умничка. Боксай справа. Давай боксай. Да. Мог мейн выйти уже давно. Nice. Так, вторую забрали. Если мы сейчас еще одну выигрываем, то выходим из группы. Осталось выиграть еще одну. Короче, проблема вся была в том, что мы первую карту просто пикнули вертигой, которую чего хорошо играли. Просто сделал в карте. Третья карта. Тут решается, кто пройдет дальше, а кто покидает турнир. Это максимально потная катка. Максимально было жестко, максимально игра не шла, максимально все нервничали. Что получилось в итоге? Смотрим. Нашими противниками были Tkelmi, Voidox, Script, CPTN и Faceless. Флешки. Подвал не было. Упал. Машина! Мейн, мейн. Шорт, шорт вышли трое, трое шорт. Еще один зиг. Стейрс и стейрс и джангл и джангл и джангл и джангл. Ой, зиг. Строим, строим.
Нет, на стейджсе. Зик, зикавик. Хар, найс. Яма может быть. Яма. Еще один вроде. Хорош. Шок, очень жестко. Вон, пожалуйста. Васкон. Пробуй жить, говорят. Да, я. Я жду. Тикет, по-моему. Бля, сайт, дефолт. Боже, какой ты гений, господи. Какой же ты гений. Еще сайт. Двое сити, двое у сити. Все, у вас ТКТ, я деп. Все, найс. Повесил гамуку, хорош. НТ. Тут близко, справа. Лево. Ну, еще. Сик. Ну, перед фаером не чекаю. Ласта, фаер. Вот за фаер. Уже на фак, отнать. Убил дефолт. Я не успел, блять. Сразу на бомбу сел. У вас рука есть. Шока так нет. Да. Такой. Убил Пелос. Будь под кон ставим, мы под кон ставим, не под бою тут оба. Между, убил, голова. Вместе. Найс. Лаз красный был. Шифтом. Красный, да. Пейдж. Бож. Идем. Заберешь? Да. Яма, у ямы. Уходим, вместе. Между. Да. Раз лучше. Мейн. 10 хп он. Тачка. Найс. Я живу. Я тебе между взял. Между. Я жду. Тебе есть. Вышли. Шок, пошел хоть перед тобой. Я ушел. Дефолт. Ой, ниндзя один. Ставь под коннект. Боже мой. Я джангл забрал. Джангл бил. 4 в 1. КТ вас стоит. Ставь. Мы вышли из группы, и сейчас наша первая катка будет против стоппингодов. Профессиональной команды, где играют 4 человека стабильно уже 2 года. Это был максимально интересный матч, просто вау. Играем против Винтера, Смайли, Айсмана, Дилайта и Сороу. Карта Демираж, мы напикались на карту, которую вроде мы умеем играть, поэтому должно было быть проще. Напоминаю еще раз, мы сейчас будем играть матч, где наш состав сыграл 3 катки за всю жизнь против состава, который играет 2 года на полупрофессиональном уровне, а уже последнее время на профессиональном. Я могу убить, у меня второй брони нет. Сорвалось. Все, фаербокс. Апарты стоит, авик. Когда я забрал? Вот дефолт. Бля, просто. Еще
КТ Савик, КТ Савик. Справа, слева. Убил. Хорош. Джагл. Я под КТ Савик. Джагл, убил. Носите еще один. Все, это был он. Черт, все. Ай, как же, это было хорошо. Яма. С КТ накидывали. Да, флеш на голову. Сити стоит. Фаербокс! Шорт один. Да, есть. Убил. Вот и все. Пистолетик. Еще один. Да, я. Старт убил. Ну ебаный нубы. Лучше, молодец. Надо ставить. Хопа вышел! Ка. Уже фарт. Сити один. Найс! Бля, такой тайминг ебал. Найс. Найс, парни. Найс. Найс. Один на апарт. Сам. Мэйзи. Я малик. И под коврами. Чуваки, вы сыграли лучше всех сегодня в бахере. Мы проиграли прошлую катку и сейчас переходим к следующей. Мы должны обыграть команду Стефан, Бородач, Дэч, Танос и Гош Ран. Да, ники знакомые, это все те же ребята, которые мы проиграли в первой катке, если вы это помните. Это происходило на Вертиго. Сейчас мы играем Оверпас, с ними какие-то странные карты мы в итоге играли. Посмотрим, что получится. Возможно, мы сможем их обыграть и перейти к следующему игроку, который уже находится в полуфинале. Кон один. Ласт банан, по карте видели. 10 хп. Найс. Меня открывается. Еще один. Прыгай. Очень лоу. Двое. Смотрим, два вышли, Сейчас. А дайте бус вот здесь. Сыпался нахуй отсюда, блядь. Смотри, ты нахуй. Хорош. Бежал. Глубоко. Помочь. Еще. Найс! Еще, брат, тоже. Тут, да. Нет? Да.
Драк, гиви. Ну мог! Шарик убили. Драк. Драк живой. Драк, драк. Драк. Еще 9. Что могу сказать? Мои пацаны таланты, вот этот талантище, мой главный талант. Начинается полуфинал прямо сейчас. Мы играем против Спитака, Хаба, Савальо, Эмти и Боги МТДРФ. Ребята очень потные, очень серьезные. Большинство из них считаются питерскими ланерами, которые выигрывают турниры постоянно. Для нас это будет потная катка, тем более карта опять же оверпас. Посмотрим, что получится. Хочу вам сразу сказать, посмотрите потом в итоге на мой счет, который будет в конце катки. Я не знаю, как он меня набрался, но это было очень приятно. Это бетаган. Четверо, четверо. Еще перед ботом. ТБ буз. Короче, сейгаемся. Мост. Я прыгаю. Я думаю, там же будет у тебя. У нас бомба. Убил монстр. Упал. Там же будет, там же зиг будет, зиг будет, шок. Кидал. Смог он стоять. Найс. Ебать. Дальше здесь. Дал. Бля, так пик. Другой. Можешь флешку вверх. Он тебя увидит. Блять, убил хорош. Один клон. Два вода. Один 10 хп. Блять, сколько? Минус 90. Минус 8. Банан, не готовый. За плантом. Надо. В дефолте стоит. Чекай. Смог взять два. Смог. Размер. Похуй. Ой, коннектор. Два. Еще там. Спидак летит. Хорош. Шок, ну скажу, что ты попадаешь, я ебал. Да. 50. Еще пацаны, близко. Туалет. Ну. 50. Он идет. Там блин. Еще кон был. Я думаю два. Еще двое. Да. Офигенно, молодец. Еще здесь. Еще один вроде. Вышел. Мега флик. Ебать, он там офига снул. Лонг, брат, слышу. Не, третье место нормально. Да? Да, конечно. Не, честно, я после первой, я уже хотел удалить материал и не публиковать сейчас. В итоге, мы сыграли весь турнир, заняли третье место. Заняло это около 12 часов, 13, просто максимально. В целом, результатом мы все довольны, это было очень хорошо, согласитесь. Но это было хорошо. Ну, неплохо, если бы второй, было бы чуть лучше, а так да.
Вот, сейчас нас вознаграждают медалями, это вообще уровень, это такие кибер-клуб просто покажу, уровень. Я что я не зря все-таки отдал игре 6 лет. Вот, поэтому можно. Давай с тебя, ну не с тебя начнем, я уже одного наградил. Так, поздравляю. Спасибо. А я вот видел, как на вручении хлоп целует. Хлопайте. Тебя могу, да? Нет, ладно. Спасибо, шеф. Сколько мы карт сыграли? Спасибо, шеф, спасибо. А что мы выборочно хлопаем? А что мне не то? Я что, кого добью, я не понял. Что за... А, ни хрена. Ну и, соответственно, ваш манибэк. Ой-ой-ой. Да, манибэк. Вкуснятина, ёпта. Стоунс. Вот этот запах чувствую. Ой-ой-ой. Чувствую, потратил больше. Как не третье место. Если что, весь этот турнир проходил в киберклубе Топ-Тап на Кораблестроителей 30. Поэтому, если кто живет из Питера, вы можете обязательно сюда прийти. Как вы помните, этот клуб я уже снимал, это была большая история. Это был первый киберклуб, который я снимал. И вот такое вот окончание контента в России. Где начал, там и заканчивал. Если что, примерно такой же будет турнир 25 июня. Поэтому ссылку на этот клуб я оставлю в описании. Можете подписаться на паблик и следить за новостями. Я выражаю им огромную благодарность, потому что это все организовали они сами. Я здесь не принимал никакого участия. Поэтому спасибо. Ссылки есть в описании. На этом закончился турнир, и я могу сказать вам честно. Я сделал грубейшую ошибку, что делал анкету на этот турнир с учетом того, что здесь будет играть Шок. Люди поняли, что я буду снимать видео и решили прийти. Если не было бы упоминания, что первой командой в этом турнире является Шок, тогда бы пришли бы обычные питерские лайнеры, а не ютуберы и проигроки. Было бы проще. По сути, это получился не просто турнир, а получился какой-то шоу-матч турнир. Вот, было очень сложно из-за этого. А так, понятное дело, победили те команды, которые обычно не ходят на ланы. С учетом всех таких обстоятельств, мне очень понравилось, как мы сыграли. Моя команда просто пусечки, просто лучше. Надеюсь... То, что на такой ноте приятной стоит и закончить. Третье место — это еще нормально. Могло быть еще хуже. А шансы занять лучшее место, конечно, было. Не хватило просто одного дня хоть тренировочного процесса вместе с командой. Спасибо большое всем за просмотр. С вами был я, Шок. Все ссылки на моих любимых стримеров, которые были в прокачке ПК и на этом турнире, есть в описании. Подписывайтесь, они большие молодцы. Всем пока. Не забудь, пожалуйста, подписаться на канал. Ты мне сделаешь очень приятно. Просто так, просто нажать на кнопку подписаться и, ну ладно, и лайк можно нажать. Спасибо, пока.